Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня у нас на обзоре очень крутой проект. Называется он Energy List. И это первая лаунчпад-площадка, когда-либо сделанная в сети Energy WebChain. Да, то есть это действительно первый лаунчпад, который будет запускать там проекты. Соответственно, я думаю, что в начале здесь будет очень большой хайп. Ну и хорошие иксы. Вспомните, когда запускались первый лаунчпад проект именно на блокчейне там эфириуме, на BSC, то вначале там были очень хорошие иксы. Я думаю, здесь будет то же самое. Проект еще у нас не запустился, скоро у них начнется продажа их токенов. Ну а токены, соответственно, нужны будут именно для того, чтобы участвовать в различных IDO, да, которые будут на их платформе. Соответственно, цена на эти токены должна расти. Давайте познакомимся с данным проектом более подробно. Ну а для этого перейдем на их сайт. Ну что же, вот мы с вами и на сайте www.energylist.io. Ссылочку я оставлю обязательно в описании, также оставлю ссылки на их социальные сети, это Twitter, ну а также Telegram. Будут какие-то вопросы по данному проекту, вы сможете задавать их в группе Telegram, вам обязательно ответят. Итак, первым делом мы с вами пробежимся по самому сайту, да, то есть я расскажу вам о идее проекта, посмотрим их документацию, ну а также покажу вам, как же принять участие и как приобрести их токен Elise. Да? То есть делается достаточно просто. С помощью MetaMask я вам все это дело покажу. Итак, как мы видим, IO у нас стартует через 4 дня, 5 часов. Там будет несколько, именно, ну, несколько этапов. Да? То есть цена будет, соответственно, разная. И сейчас вот через 4 дня у нас произойдет именно первый этап, ну и, соответственно, цена будет самая низкая. Итак, давайте подробнее посмотрим. Во-первых, у нас, как мы видим, приобретается это все за EVT. Итак, Energy Web Token, да, EVT, торгуется на многих биржах. Это и Kraken, и KuCoin, и Gate, и также Bitmart, также Liquid, Hobbit, ну, много-много где, да. То есть самая такая большая ликвидность у нас на Kraken. Поэтому, конечно, советую приобретать именно здесь, да. USD, мы видим, торгуется к эфириум, USDT и так далее. Ну, то есть, где приобрести, я думаю, что проблем не возникнет, и, соответственно, вы можете его здесь приобрести. Что же касается токена Elise, давайте посмотрим в их документации. Как я и сказал, у нас будет несколько фаз, да, то есть фаза 1, фаза 2 и фаза 3. Соответственно, первая у нас, ну, public price, да, это 5 центов на фазе 1, далее уже 10 центов и 19 центов, да, то есть на фазе 1 самое выгодное купить. Начинается все 15 марта, заканчивается 19 марта, это фаза 1. Фаза 2 у нас 21 марта по 26. Ну и фаза 3, соответственно, у нас с 28 марта по 4 апреля. Да, здесь у нас имеются еще и вестинги, да, в зависимости от того, когда вы приобретаете, да, то есть у нас здесь все это также расписано. И, соответственно, у нас вестинги 2 месяца, 1 месяц и также 2 недели. Ну, это понятно, да, если вы покупаете по самому выгодному прайсу, то вестинг у вас будет дольше, да, соответственно, 2 месяца. Если вы покупаете на фазе 3, то здесь у нас уже будет, соответственно, 2 недели. Конечно, выгоднее покупать в самом начале, но не забываем, да, то есть, может быть, даже выгоднее будет, кстати, на фазе 2 приобрести, да, здесь 1 месяц. Соответственно, здесь надо подумать и решить уже для себя. Здесь мы видим, как у нас по процентам, да, экосистема 25, команде 8, адвисторам 6%, зарезервировано 6% и ликвидность, да, майнинга 10%, да, ну и здесь у нас расписано, куда идет сколько токенов. С Вайбапром также знакомимся, да, здесь у нас написано все более подробно, да, вот у нас количество токенов получается Elise. Да, здесь у нас 1 миллиард. Ну и как у нас все распределено, да, то есть на ИО уходит 15%, экосистема 25%, маркетинг 6%, команде 8%, адвисоры 6%, зарезервировано 6%, приватсейл 18%, аирдроп 1%. Кстати, у них будет аирдроп, аирдроп я также расскажу, можно будет принять участие и, соответственно, заработать токенов бесплатно. Ликвидность также 10% и грант программ у нас 5%, да, то есть здесь вся идея их описана, с этим также можно ознакомиться.
Итак, после того, как мы с вами приобрели токены Energy Web Token, да, мы покупаем его на какой-то из этих бирж, о которых мы говорили, далее нам необходимо поменять именно сеть нашей MetaMask. Делается это очень просто. У них прямо на сайте имеются эти кнопочки, да, мы нажимаем Add EVS, ну, то есть добавить, да, ADD. Далее в MetaMask нам просто необходимо подтвердить эту сеть, да, то есть имя сети EVS, URL адрес и идентификатор. Мы нажимаем «Одобрить» и, соответственно, нажимаем «Переключиться». И у нас в MetaMask автоматически настраивается сеть. Соответственно, да, вот она у нас сеть EVT. И теперь, после того, как вы купите на бирже EVT, отправляете вот на этот адрес, скопируете, и у вас, соответственно, появится баланс. Также можно добавить сразу токены A-List. Да, мы нажимаем на «Добавить A-List». Далее вот у нас A-List. Мы нажимаем «Добавить токен». И, соответственно, он в MetaMask у нас сразу же, да, то есть добавляется. Вот у нас лист, токен. И после того, как вы приобретете именно на IO, да, у вас появится на MetaMask ваш токен. Как приобретать? Мы нажимаем «Приобрести», да, на эту кнопочку. Вводим сумму, на которую будем покупать. Ну, точнее, количество именно токенов. Вводим, да, и нажимаем «Buy a list». Также в MetaMask все это дело подтверждаем. Нашу транзакцию, как на других площадках, да, все то же самое. И, соответственно, оплачиваем. За газ здесь будут браться EVT также. Соответственно, это тоже учитываете, да. Ну, сумму также прибавляете. Там буквально копейки на это все дело идет. Но все равно об этом не забываем. Ну и, соответственно, сможем приобрести через 4 дня и 5 часов. Итак, что же касается самого проекта. Давайте воспользуемся с вами переводчиком и поговорим. Итак, их цель — продвижение проектов децентрализованного финансирования именно на EVS. Да, то есть они будут сделать лаунчпад-площадку, и где мы сможем с вами участвовать, заходить на ранней стадии, так сказать, в различные проекты именно на этом блокчейне. Для того, чтобы заходить, нам необходимо, надо будет держать именно их токены, да, A-List на своем кошельке. Итак, стремится предоставить проектам на ранних стадиях возможность быть найденными инвесторами DeFi. Предоставление простой и всеобъемлющей платформы для проектов для продвижения своих IDO, IFO и других первоначальных предложений проектов. Но я думаю, что это все у нас понятно. Что касается подорожной карты, да, у них также все сделано, расписано. Итак, у нас октябрь 2021, концепция A-List. Далее они написали вот как раз таки недавно, в 2022 феврале, свою white paper. Далее этап 1 мод, и теперь у нас этап 2, IOFAST 3, и также у них будет листинг. Листинг произойдет уже в апреле. Ну, соответственно, после всех продаж, да, которые у нас запланированы, будет листинг. Следующее, они в мае уже запустят первый какой-то проект, да, инкубируемый на своей платформе, сделают смарт-контракт аудит, ликвидность майнинг и стейкинг, да, здесь можно будет стейкать и, соответственно, зарабатывать еще на этом. Далее у них листинг уже на централизованной бирже и бета-релиз. Ну и так далее, да, то есть здесь можно все это посмотреть, также у них ап-лаунч будет, да, это в мае 2023 года. Кому интересно, все это расписано. Что касается токен-экономики, об этом мы с вами уже поговорили и посмотрели в их white paper. Ну и какие же утилиты именно для токена ELIS? Во-первых, ELIS у нас позволит пользователям создавать свои токены ERC-20, поэтому любой может легко создать токены на данном блокчейне, да, EVS. Также вы можете отправлять в стейкинг, соответственно, ELIS и зарабатывать на этом. Держатели ELIS и поставщики ликвидности, которые действительно доверяют проекту, будут получать пассивный доход через их смарт-контракты. Ну, участие именно в IDO, да, о которых я говорил на ранних этапах, если вы холдер данного токена, соответственно, вы сможете участвовать. Да, то есть там будут различные тиры, и это все мы узнаем. Итак, также владельцы ELIS будут иметь зарезервированную вкладку, чтобы они могли получать эксклюзивную информацию о предстоящих проектах. Они также будут иметь возможность голосовать за проекты, чтобы представить свое мнение о проекте. Ну, то есть можно будет еще и выбирать, да, какие проекты будут попадать на их платформу, да, то есть механизм у них здесь консенсуса, proof of authority, да, имеет определенный набор участников, который проверяет транзакции, распространяет новые блоки именно в блокчейне. Все это можно почитать, да, здесь у нас имеется экосистема EVS, кто с этим еще не знаком, может, конечно же, ознакомиться. Программа электронных грантов, да, у них здесь тоже будет разработана для наиболее перспективных проектов, перечисленных в Energy List. Эта программа претендует на стимулирование и также улучшение проектов, изменяющих игру.
Соответственно, все проекты, которые зарегистрируются в этой самой программе, получат средства и консультации, чтобы они могли достичь большего, чем первоначально ожидали. Тоже очень круто, да, и можно будет подать заявку именно по электронной почте. На сайте имеется информация, но также основная информация, конечно же, в их white paper, да, с ней советую ознакомиться. Здесь все более подробно расписано, да, то есть о данной платформе, которая будет на FGWebChain. Ну, об этом мы поговорили. Пока у нас не так все понятно, да, то есть платформы еще нет, она появится вот-вот уже в ближайшем времени, после продажи токенов, соответственно. Но здесь уже есть информация, как бы надумки, все это здесь расписано, поэтому можете также с этим делом ознакомиться. Ссылочку на их white paper я оставлю, ну а также вы можете найти ее на сайте. Ну и как я говорил в начале, у проекта проходит airdrop сейчас, и вы можете принять в нем участие. Airdrop достаточно простой, да, все, что вам необходимо сделать, это создать в своем твиттере пост, да, с упоминанием List Energy и добавить эти три хэштега, да, Elist, AVC и List IO. Но я думаю, что ничего сложного нет, поделиться этим с нашим сообществом в их телеграме, да, то есть заходим именно в твиттер, соответственно, подписываемся первым делом, ну а далее уже создаем пост, да, твитаем. И, соответственно, пишем о проекте что-то, какие-то хорошие мысли, да, и, соответственно, добавляем хэштеги, ну и также добавляем List Energy. Я думаю, с этим понятно. Они проверят всех участников, которые следуют за их твиттером, также которые у нас в Телеграме в их, и, соответственно, те, которые поделились в их группе Телеграм. Ну и потом у нас будут распределены призы. Чем больше вы делаете активностей, да, на обеих платформах, тем больше вы получите токенов Elist. Итак, у нас призы. Первый приз это у нас 500, да, тысяч. Второй приз 350 тысяч. И третий приз 200 тысяч. Как мы все знаем, сообщество Elist довольно большое. Мы решили назначить 5 первых призов, 10 вторых призов и 15 третьих призов. Таким образом, airdrop может вместить до 20 победителей, вы будете одним из них. Ну, соответственно, шансы есть, поэтому почему бы нет, да, можем участвовать и, соответственно, можем получить на халяву токены. Да, я думаю, что токены их санут, это по-любому, потому что таких проектов еще нету, и я думаю, что вначале будут хорошие иксы. Ну что же, давайте подведем итоги. Проект мне показался интересным, мне кажется, что такой проект может стрельнуть, ну все мы знаем, как стреляют именно лаунчпад платформы, и соответственно здесь нужны будут их токены, чтобы попадать на ранние стадии в различные новые проекты. Всегда цена на такие токены у нас растет, да, если у них хороший маркетинг, и они приводят действительно хорошие и топовые проекты на свою платформу. Я надеюсь, что здесь будет так, да, попробую поучаствовать на небольшую сумму. И, конечно же, потом буду пробовать участвовать в различных IDO на данной платформе. Если вам понравился проект, то все ссылочки на него вы найдете в описании под этим видео. Переходите и изучайте. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!